Физкульт, привет, друзья! Сегодня я буду тренировать дельты. Я хочу рассказать вам сегодня об одной фишке. Как накачать, как увеличить задний пучок дельтовидной мышцы. Почему задний? Кто следит за моими видео, за моими статьями, знает, что существует рейтинг мышечных групп. Спина, ноги, дельты, грудные, руки. И все мышцы находятся в прямой зависимости друг от друга. Точно так же дельты находятся в зависимости от своего заднего пучка. Если вы хотите иметь по-настоящему шарообразные, огромные дельты, просто необходимо делать акцент, упор именно на задней дельте. Советую ознакомиться с моими статьями о дельтах и конкретно о рейтинге мышечных групп. Также есть видеоуроки. Многие спросят: дельты, а почему начинаем с приседаний? Дело в том, что тренировать дельты, руки, грудные даже, это маленькие мышечные группы, отдельно от крупных не имеет никакого смысла. Да, действительно, сколько бы вы ни тренировали свои дельты, руки отдельно от других мышц, вы не получите роста серьезной мышечной массы, силы. Поэтому нам необходимы гормоновыбрасывающие упражнения. Кому не нравится это слово, может сказать, может употреблять базовые движения. Хотя жим лежа является базовым движением с точки зрения влияния на общий рост мышечной массы, он гораздо слабее и уступает приседаниям, становым тягам. У меня также есть статья и видео о гормоновыбрасывающих упражнениях. Ознакомьтесь с ней. Я назову вам парочку упражнений, которые, делая в начале тренировки, вы даете тонус, стимул, импульс к росту мышечных групп остальных, конкретно малых, повторюсь, дельт, грудных, бицепса и трицепса. Какие это упражнения? Первые два вы уже услышали. Это приседания, становые тяги. Третье упражнение – это запрыгивание на высокую опору. Четвертое упражнение – это, вы его сегодня увидите, экстензии для спины с одновременным разведением рук в стороны. Я часто начинаю свой тренинг для дельт с этого упражнения. Но сегодня решил делать приседания. Хочу сегодня размяться, дойти до веса чуть больше 150 кг и попробовать присесть на 20 раз. Это будет мощнейший выброс гормонов. Это будет мощный стимул к росту дельтовидных мышц. А потом весь этот импульс направлю целиком в дельты. Повторюсь, это является необходимым и единственным вариантом для тех, кто тренируется натурально, без применения, без использования анаболических стероидов. Другого пути у вас просто нет, ребята. Вы видите, как я разминаюсь, выполнил несколько разминочных подходов. В каждом не больше 5-6 максимум повторений, потому что это разминка. Кто не знает, что такое разминка специальная, советую посмотреть мое недавнее видео об этом. Не забывайте пользоваться замками. Попробую сделать 20 раз, а там как получится. Вес все-таки не такой уж большой, но для многоповторки довольно-таки приличный. Посмотрим, что сегодня получится из этого. Но то, что я получу мощный стимул к росту дельт, а если бы тренировал руки, то рук, я сегодня получу. Разминочку общую я сделал. Также не забыл до этого я сделать и гиперэкстензии. Все вы это прекрасно уже знаете, это пройденная тема. И приступаю к основному подходу. Вес на штанге чуть больше 150 кг. Сосредотачиваемся и поехали.
Не забывайте, что очень важно грамотно и правильно располагать штангу, чтобы она у вас не ездила. Нужно максимально свести лопатки вместе, подать грудь вперед. И после этого можно вставать со штангой. Делаем небольшие шажки вперед, не стоит далеко уходить. И начинаем работать. Вдохнули, сели, встали. Для чего делать вдох перед тем, как садиться? Во-первых, это помогает удерживать спину прямой. А во-вторых, когда вы будете вставать, мощно выдыхайте. Вы почувствуете и увидите, насколько это хорошо и насколько это эффективно в плане именно помощи вставания из низкого приседания, из низкого приседа. Не так тяжело на самом деле приседать, как после 12-13 повторения начинаешь задыхаться. Начинаешь из-за этого терять контроль. И на самом деле на 17-м повторении я почувствовал, что воздуха мне конкретно не хватает. Я уже не могу контролировать четко движение. А вы знаете, что лучше прекратить выполнять упражнение, чем делать его технически неправильно. И если есть хоть малейший намек на то, что техника может быть нарушена, лучше прекратить упражнение. 17 повторений – это тоже хороший результат для такого веса, но есть куда стремиться. Да, тяжело дышать, задыхаешься. Это можно сравнить с приседаниями, когда штанга на груди. Единственное, что здесь штанга на плечах, но повторений очень много и конкретно не хватает кислорода. Очень хорошо пробиваются мышцы. Также я советую применять иногда эту технику для девушек, садиться глубоко. У вас 3-4 дня будут болеть страшно бицепсы бедер и ягодичные мышцы. Попробуйте и сами убедитесь в этом. Ну что, сделали необходимую базовую работу, выбросили гормоны в кровь довольно-таки мощно. И теперь идем на дельты. Не забывайте, что нужно будет сделать определенную разминочную работу для дельтоидов с легкими гантельками, буквально в 3-4, максимум 5 килограмм, поделать отведение, разведение в разные стороны, на переднюю дельту, на заднюю, на боковую. Ну и, конечно, уважайте себя и других, разбирайте после себя штангу и тренажеры. Не забывайте также гантели убирать на место. Это простая этика, которая характеризует вас как человека в целом. Ну что, вы уже поняли, что задний пучок дельт является самым важным. И сегодня я вам расскажу об одной фишке, которую сам не так давно для себя открыл. С помощью вот этих ремней, а это не ремни, ремни вот ТПХ справа вы видите, но это что-то наподобие. Можно выполнять и нужно выполнять данное движение. Почему я остановился именно на этом упражнении, на этом движении? Вы знаете, что тело лучше всего откликается на работу с собственным весом. Поэтому подтягивания так эффективны. Поэтому тяжелые отжимания от брусьев гораздо эффективнее жима штанги лежа. По одной простой причине, что тело, когда вы выполняете работу с собственным отягощением, грубо говоря, с весом своего тела, тело подстраивается под вас. На как это работает, объяснить я не могу. Возможно, тело чувствует, когда вы работаете без какого-то либо дополнительного отягощения, а когда вы жмете штангу или гантели, оно не воспринимает это так, как работу с собственным весом. Что здесь самое трудное? Самое трудное и самое важное в работе на задний пучок дельт — ни в коем случае не сводить лопатки вместе, как мы это делаем, когда качаем спину. Для спины это обязательное условие, но для дельт это будет только мешать, смещать как раз таки нагрузку с задней дельты. Поэтому сначала контролируйте, научитесь выполнять это движение именно за счет рук, за счет увода локтей назад, но ни в коем случае не за счет сведения лопаток вместе. Обращайте на это особое внимание.
Как можно это контролировать? Очень просто. Чем дальше вы будете отходить от центра ремней, крепления, тем легче вам будет делать это. Естественно, наклон тела будет меньше. Чем ближе вы будете подходить, тем наклон тела будет больше, нагрузки будет больше. Но отдача от этого упражнения колоссальная. Уже буквально за 3-4 недели вы увидите, как изменились ваши дельтоиды. Как раздались ваши плечи, вообще все в целом. В том числе и боковой пучок. А я повторю, что задний пучок как раз-таки завершает вот эту шарообразную форму. И если у вас плохо, слабо развит задний пучок, то это негативно сказывается и на боковом пучке, что в свою очередь сказывается также негативно на переднем. Если у вас не получается выполнять вообще данное движение, и также для девочек, вы можете выполнять его, как делает моя ученица Даяна. Она выполняет его как подтягивание. Но тоже акцентируемся на том, чтобы не сводить лопатки вместе, а просто уводим локти назад. Концентрируемся на ощущении работы задней дельты. Мы хорошенько поработали, сделали 4-5 подходиков и можем переходить к жимом. Так как у меня проблемы с плечевыми суставами, я сейчас не могу жать ни в тренажере, ни в машине Смита, ни тем более со штангой. Но я нашел вариант для себя, я жму гантели. Вот обратите внимание на упражнение, которое я начинаю делать в начале дельт, если не делаю приседаний. Это движение также будет хорошо выбрасывать гормоны, потому что работает все тело, работает максимально. А данным движением я всегда заканчиваю работу на задний пучок дельт. Мне очень нравится это обратное отведение в тренажере Pec Deck, Butterfly по-другому, тренажер для грудных, но вы можете его прекрасно использовать для заднего пучка дельт. Единственное, что не забывайте, ни в коем случае не сводим лопатки вместе. Можно делать стоя, можно делать сидя. Когда делаешь стоя, можно поработать с более серьезными тяжелыми весами. Поэтому компоновать тренировку можно как вам угодно. Но начинать и заканчивать ее мы будем именно работой на задний пучок. Не забывайте также, что все три пучка работают отдельно, и нет ни одного движения, которое бы задействовало сразу все три пучка. Поэтому нам просто необходимо работать над каждым пучком отдельно. Как вы это делаете, уже не столь важно. Я часто люблю работать и делаю работу на задний пучок еще во время тренировки спины. Мне это очень хорошо и сильно помогает. Что самое главное в этом движении? Нужно хорошенько закрепить корпус, не делать рывков и стараться сделать в верхней позиции легкую паузу. Также не сводить лопатки вместе. Если вы уставший, если вы чувствуете, что приседать вам тяжело и потом работать на дельты, можете смело начинать тренировку с данного упражнения, выполнив 5 подходов, постепенно поднимая рабочий вес. От 15 до 8 повторений. Смело начинайте работу с этого упражнения, а также вы хорошо почувствуете работу бицепса бедра и, конечно же, поясницы, что хорошо скажется для вашего позвоночника. Я уже сказал, что я не могу жать штангу, но я подсмотрел у Гостюнина, и он выполнял работу с гантелями на дельты, вот именно в такой манере, как вы видите сейчас. Я начинаю свою тренировку, ну, после того, как поработал, конечно, на задний пучок и сделал разминочку специальную для дельт, именно с этого движения. Постепенно с маленького веса дохожу до гантелей
65-70 паундов. Выполняю 10-12 повторений. Обычно у меня на это уходит 4-5 подходов. Но это все равно работа не настолько серьезная для меня. Она больше является подготовительной для моего основного движения, которое будет жимом гантелей, сидя, с упорой спины. Лучше всего, конечно, когда спинка сиденья немножечко имеет наклон назад. Но сложно найти такой тренажер, и приходится работать с тем, что есть. С обычными лавками. Но, кстати, не в каждом тренажерном зале есть лавки, которые с короткой спинкой именно для работы на средний пучок, на жим гантелей. Посмотрим, какой вес сегодня выбрать. Не знаю, последний раз я работал со 105 килограммами, не килограммами, к сожалению, да, а паундами. Но остановимся на 90 сегодня. Сделаем побольше повторений. Лучше прочувствуем рабочую мышцу. А все знают, что рабочую мышцу нужно чувствовать. Но, естественно, не забывайте, что чувствовать ее нужно не новичку. Новичку нужно тренироваться на силу. А чувство работающей мышцы — это уже удел даже не среднего уровня, а ближе к продвинутому. Самое главное — сохранять технику. Сохранять все изгибы, прогибы нашего позвоночника. Не переразгибаться. Ни в коем случае не изменять положение позвоночника. Стараться, чтобы он был максимально в естественном положении. Поэтому я упираюсь низом лопаток, а поясница у меня не прижата, а прогнута, как бы сохраняя свои естественные изгиб. Вот мы сделали, получилось что-то около 15 повторений. Я очень люблю отведения, но так как не могу сейчас из-за травмы работать серьезными весами, то также беру посильный вес, который не вызывает боли в суставе, и работаю на максимальное количество повторений. Иногда это выходит больше 20. Ничего страшного, главное, что мышца получает хорошую прокачку, а гормоны, импульс тот, который нужен нам, натуральным атлетам, мы получили сегодня за счет приседаний. Настало время заключительного упражнения на дельты. И оно, как вы уже догадались, тоже на задний пучок. В тренажере пэк-дек. Обращайте особое внимание на то, чтобы не сводить лопатки. Это сложно, это приходится контролировать, но делать это необходимо, иначе нагрузка будет уходить. Пытайтесь остановиться на секунду, когда руки разведены, и медленно опускать вес вниз. Что важно еще здесь? Здесь очень важно, чтобы кисть и плечо были на одном уровне. И по возможности не опускать локти. Локоть тоже должен быть примерно на уровне плеча, но ни в коем случае не ниже кисти. Работаем, сосредотачиваясь целиком и полностью на задней дельте. А в этом тренажере как раз-таки очень качественно и нигде не чувствуется работа, как в нем. Хочу предупредить, никогда не делайте наклоны и отведение гантелей. Когда вы делаете отведение гантелей в наклоне, вы чрезмерно грузите поясницу, которая и так у нас получает колоссальную нагрузку при становых, при приседах, при тяге штанги в наклоне. Поэтому, а тем более, что можно задний пучок нагрузить гораздо лучше, чем работая в наклоне, упражнениями, которые я вам сегодня показал. Особенно обратите внимание на первое упражнение. Обязательно пишите в комментариях, как вы прочувствовали это движение. Если какие-то вопросы, то тоже обязательно, ребята, пишите в комментариях. Я обычно с дельтами прокачиваю трицепс. Сегодня буду делать с жесткой металлической рукоятью. Хочу поработать с максимальными весами. Естественно, несмотря на то, что мы делали жимы, трицепсы у нас уже подготовленные, но я тоже выполню где-то
три подводящих разминочных подхода. Это нужно делать обязательно, потому что локти как раз-таки тоже страдают у нас. Конечно, это не плечевой сустав, не настолько он подвижный и разнообразный в направлениях движения, а поэтому, кстати, плечевой сустав и страдает больше всех. Но локти и колени также беречь нужно, потому что многие знают на своем опыте, что больные локти, больные колени препятствуют хорошему тренингу, вызывают боли в определенных упражнениях, а зачастую в тех упражнениях, которые мы с вами любим больше всего, от которых чувствуем работу и отдачу. Поэтому никогда не пренебрегайте разминкой. Если у вас времени мало, нет времени на разминку, то лучше вообще не проводить тренировку. Либо сделать ее совершенно в легком режиме. Никогда не рискуйте. Поверьте мне, один необдуманный шаг может выбить вас на несколько месяцев, а то и лет из продуктивного хорошего тренинга. Вот мы потихонечку подходим к рабочим весам. И, естественно, время отдыха немножечко увеличивается. Разминочные подходы я делаю где-то с промежутком 30-40 секунд, иногда и меньше. А между рабочими подходами отдыхаю иногда до 2 минут. В зависимости от того, насколько тяжелым был сам подход. Здесь нужно концентрироваться именно на работе трицепса. Мне нравится отпускать рукоятку повыше, потому что я чувствую мощное растяжение трицепса. А чем растянутее трицепс в верхней позиции в начале движения, тем лучше его отдача, работа от самого упражнения. Все вы это прекрасно знаете. Ну вот, максимальный вес выставлен на тренажере и дополнительный опущен, поэтому сейчас мы хорошенько отдохнем и добьем очередные 10-12 повторений. Увидел хорошую, красивую девушку, познакомился с ней. Она довольно стройная, при этом имеет хорошие силовые показатели, фигура отличная. Зовут ее Эбигейл. Девчонки, смотрите, скоро выйдет видео с ней. Мы договорились. По возможности снимем видео на каждую ее тренировку. Но первое будет спина. Как раз таки я с ней сейчас договариваюсь. Завтра мы сделаем первый видеоролик. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите их в комментариях, не стесняйтесь. Это поможет улучшить канал, поможет мне понимать больше, что вас интересует. И не забывайте писать, нравится ли вам видео, конкретное сегодняшнее видео. И когда вы попробуете эту тренировку, обязательно напишите в комментариях, насколько хорошо вы прочувствовали работу заднего пучка и дельт в целом. Как вам нравится работа, когда мы вначале выполняем... Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих, грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym, специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!